С 1 января 2015 года вступает в силу новый закон, регламентирующий основы социального обслуживания населения. Новшеств в нем несколько. Главным образом дается развернутое разъяснение формулировки «трудная жизненная ситуация» с описанием обстоятельств, при которых человек в этой ситуации нуждается в оказании соцуслуг. Дается перечень организаций, предоставляющих эти услуги. Согласно новому закону, соцработники будут оказывать помощь, кроме прочего, многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами. Перед теми регионами стояла достаточно сложная задача подготовить региональную нормативную базу, чтобы качество предоставления социального обслуживания было на том уровне, который требует федеральный закон. Естественно, с самого начала года мы начали активную работу. В результате до 1 декабря была принята, подготовлена нормативно-правовая база. Это закон, региональный закон. Мы внесли изменения в 59-й областной закон о социальном обслуживании. Было подготовлено 8 нормативных правовых актов, указы, губернатор, постановление правительства Ивановской области и 6 локальных актов департамента.